Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте посмотрим игрушку. Я на нее уже сделал обзор. Оптимизация игры. И она очень не радует. Давайте посмотрим, что с собой сама игра представляет. Полностью русская, это очень радует. Забыл проверить настройки, не сбил ли я. Ну, сейчас посмотрим. Графика приемлемая. Если бы я хотела отношение к деталям. Ты не ушла бы от твоего отца. А тут высоко. Но не блещет. Давай помогу. Я сама. Графика прикручена. Смотрите, оптимизация игры, я ее улучшил. Не улучшенная, она не смотрится вообще. Тем более с DLSS. Вообще, я на форуме читал, что она без DLSS вообще не работает. Понимаете, это чего дошло? Черт! Что игры не работают без DLSS. Я имею в виду, те карты, конечно, не по 100 тысяч, а самые обыкновенные. Уже три. А? Да ну тебе. Три раза Шой я кунчай. Тебя спасла. Секиро-сан. С ногой. Что? Если бы я не умела бинтовать, то все. Ну ладно. Два короче, раза. За озвучку Яме респект, ребята. Вот спасибо огромное. Но игра не из дешевых. Так, дай посмотрю. Не, все нормально. Эй, да забей. Закатай рукав и признай уже, Пернул, что мы друзья. Леон. С этим я бы поспорила. Ну-ка дай. Стало хуже. Хватит. Кости целые. Мне что-то напоминает одни из нас. Вот эту дресню, говенную игру, худшую в мире, блядь. Что-то на нее напоминает. Прям вот сейчас. Начало. Пацан сказал, блок там. Я же заставку не смотрел, когда оптимизацию заливал. Так, давайте еще раз поднастроим. Чего там у меня? Я забыл уже, какие у меня настройки. Баланс на ультра. Две я снял. Давайте попробуем все-таки так. 95 поставим, не будем отверху ставить. Так, покрупнее он будет. А ты знаешь про Северный полюс? Видите, так весь пол дрожит. Не один, ага. Не один куст, а весь пол. Основал сразу. Его белый старик. Одновременно. У всех есть еда, и я, да, по-моему, это показывал дружат. В этом. В оптимизации. По-моему, это все сказки. Там от силы 2-3 человека в бункере засели и не вылазят. Надеюсь, хоть выменяем у них что-нибудь. А то мы так долго не протянем. Ну вот без моих настроек игра, конечно, выглядит отвратительно. Вот с моими настройками она, конечно, на голову выше предыдущей как части. Как думаешь, раньше правда так же? У меня есть... Не знаю даже. Не знаю, первая часть, предыдущая часть, я обязательно под видео закину. Но таких счастливых людей, по-моему, просто не бывает. Мое железо под видео. В любом ролике. Сладко еще. Че она встал-то, я не пойму. Все, он отвис у меня, это черт. Все, он забегал. А он забирается куда-нибудь, интересно? Везде лазит. Стена чебуреков. Заперто. Класс. Сейчас он откроет. Возвращаться нам все равно уже некуда. Попробуем как-нибудь пролезть. Попробуем вот здесь вот, наверное. Вот на этот сначала залезть, потом на этот. Сразу он не залезет, не ассасин. Отсосин. Бля, Секиро-сан, я хотел прыгнуть, но почему-то ты у меня не смог прыгнуть. Бля. Я хотел сразу перепрыгнуть, может перепрыгнуть? Чего там? Ну, перепрыгнул, ребятки. Вот так как-то. Ну, наконец-то. Долго ты. С оптимизацией мы разобрались. С такой оптимизацией игра не стоит этих денег. Но посмотрим, как сама игра. Я думаю, что оптимизацию все равно прикрутит.
Но хотелось бы ее увидеть сразу за такую сумму. Понимаете, о чем я хочу сказать? Опа. Не выбрасывать смотри. Товар, блядь, не готовый нам за такие бабки, а? Все-таки как-то постараться. Вот бедолаги. Кто их так? А где ты увидел-то? А, вот и я по ним прошелся, блядь, плевать. Даже не заметил. Да чтоб их черти дрючили, нечего было. Выпей, может, лодыжка пройдет. Чего? А то мне точно не поможет. Че выпить? Че надо выпить-то, я не пойму. Двойку. А где у меня двойка? Пошли. Хочу отойти. А, двойка, я на одерку смотрю. Че, поползла? Ё-моё, смотрите сам, сколько времени будет эта трясня идти. Смотрите, эй, красная это. У неё еще это, газу не хватает. Я ничего не делаю, не знаю, может они сами как-то не оставят. Я где-то на форуме читал, что графика недалеко ушла. Да отличная графика. Ну конечно, конечно. Надо показать тем, кто не будет смотреть оптимизацию. Игра выглядит вот так. Ну извините меня, это кусок говна. Вот это кусок говна. А у вас еще хуже будет этот кусок. Вот это уже на графику. Ну почему должны сторонние программы прикручивать графику? Мы сделаем нормальную графику-то. Она все 3-5 FPS жрет. Вот то, что я прикрутил, до 5 FPS. В разных их по-разному. Но в этой игре даже 5 не жрет. Ну, можно было бы... Очень плохо бы выглядело. Одни из нас. Вот я играю в одни из нас. Как бы ни оказалось то, что, блядь, мы идем просто с этой тёлкой всю игру. Вот что. Бессмысленная ходьба, блядь, по территории чебуреков, нахуй, всяких мерзавцев. Дреснявы какая-то, блядь. Из чего? Забей. Из дресни. Меня мама так говорила. Блядь, яс. Может, ты отойдешь в сторону-то? Все-таки встала-то здесь. Чумичка. Каким-то помойкам мы лазим, блядь. Но началось. Блядь, чурбанье, блядь. Не успел даже, блядь, седалище опустить на землю. Вы видели, как я его стрюкнул? Вот не люблю я, когда пропадают трупы. Это я вообще терпеть ненавижу, блядь. Особенно если бегаешь по одной той же локации туда-сюда. И не поймешь, где был, блядь. Отвратительно, когда пропадают трупы. Может быть, надо их будет прикрутить там где-то в настройках. Кто об этом знает, если есть такая прикрутка, напишите. Буду рад. Я говорю, по помойкам сейчас мы здесь будем лазить. Пора уже выковыриваться отсюда из этой мерзости. Куда мы вообще идем, блядь, с пятачком? Пятачок, куда мы идем? Пятачулька. По помойкам тут лазить пойдем. Мне кажется, что зря мы притащились искать этот блок. Здесь вообще RT-ядра-то есть? RT-изображение-то, блядь. Что-то я даже и не заметил. Что с ней случилось-то? Как и в копе. Пошли, принцесса. Я вот вообще не вижу. Опять фонарик не включается, нахуй. Это что такое? Фонарик я F поставил, блядь. Может прыгнуть надо? Прыг сколько? Полился потолок. Вот здесь, наверное, вот эти вот по этим тресням надо. Да, я думал забираться куда-то, оказывается. Картинка чересчур мрачная. Ну, почему бы и нет. Я вот считаю так, вот в играх нужно начинать прям захватывающую игру. Походу, вот, не знаете, все коряги выбрали. Не с помоек каких-то, блядь, по кишкам, блядь, по этим... Все-таки никакого блока нет. С таким-то гнездом под боком. Слушай, может пойдем отсюда? Вернемся тем же путем. Ты дура, что ли, блядь? Че, мы туда-сюда будем ходить, что ли? Это что за высер такой, блядь? Да, чубани. Еще лучше. Блять, не сдохла она с первого раза, ты мерзость-то, блядь. Сука, чебурек, блядь. Блять, надоели вы. Хобота, блядь.
кто эти, блядь, инопланетяне, что ли, какие-то? Что это такое? Что это за квадрат был, блядь? Эх ты, блядь. Вы что, обалдели, что ли, блядь? Я это... Секира Сана, блядь, не убивайте. Что, мне другого героя дают? Вон она, матрёха-то. А мы на жопе, блядь. Царский проёб. Эй, это уже третий. Я... Да все, он загнется сейчас. Хмыреете, блядь. Бери у него оружие-то, блядь. Блядь, лучше ей играть, да. Слушай. Секира сам, блядь, что-то... Просто на... знай. Засекирили его. Ты хороший друг. Хороший друг. Да завали ты уже, нам. Дай ему сдохнуть, нам. Сейчас вас крестим, блядь. Вот они. Кто это вообще такие, блядь? Очень интересно. Героя, главное, убили в начале, блядь. Все, конец игры? Что такое? Какая-то магия. Где-то звезда с ушами, блядь, лазит. Остановила все. Может, и выковырит из него это, тресну все. Выживет. Уже все хорошо. Так, так, спокойно. Не бойтесь. Мы хотим вам помочь. О, мне долго еще так? Так, а где этот чебурек-то мой? Где ты валяешься там, что ли? Нихера себе, блядь, дайте мне такую дудку нахрен, блядь. Я буду ей пользоваться. Чтоб не сдохнуть. Эта игра ведь напрягает, она как Dark Souls, по-моему. Что-то близко. Надо спешить. Все вопросы потом. Кстати, я на легким поставил. На самый легкий уровень. Режим раз. Сюжета. Два. Два с половиной. Два с четвертью. Три. Мерзость. Да, три. Только не пей воду эту нахуй тухлую. Тигрица. Все, не могу. Дальше вы сами. Знай, что я всегда с тобой. Идемте с нами. Коряк здесь еще много. Кого? Коряк? Коряк у меня в штанах. Че, говнина эта у меня вылетела? С какой-то ошибкой, блядь. Здесь полно корней. Их я и почувствовала в блоке. Так, стоп. Мы из блока? А что? Санта тоже настоящий? Да, тут недалеко. Но проход за нами обрушился. Обратно придется идти другим путем. Идем другим. Чё тут, блядь, за кнопки там не написано? Чёрт её поймёшь, нахрен. Какая-то дрищага, блядь. Надо патрон, наверное, экономить, блядь. Ты сейчас нахлыщу я тут. Ну все, блядь, то быстрее, блядь, из них. Это все? Все какой-то, блядь, простой, да. Говнина лезет отовсюду, блядь. Ну они тоже, смотрите, помогают мне так эти, вручают. Чебуреки-то, блядь. Поносники, блядь, бегают, блядь. Своих он люблю, блядь. Чё, ждать их, что ли, блядь, когда они тут просрутся? Откуда эта тресня лезет, блядь? Настроили они тут такую, блядь. Я боюсь, что эту игру, блядь, надо, блядь, патчить, ждать, блядь. Патчить. Может, она у меня память сожрала, блядь. Да нет, вроде.
Ну и жесть. Да вообще, вы видели, слышали, как перевел он? Ну и жесть. Вообще, как будто он там сидит, курит, блядь. Укурок, блядь. Ну и жесть у вас тут, ребята, блядь. Хвали вас, блядь. Угандошу я сейчас тут всех этих собак, блядь. Алкашня, блядь. Вроде все. Какие-то взбесившиеся. Я первый. Сначала я, потом Форост. Как анекдот, знаете, да? Врач выходит и говорит: вы. Один мужик поднимает руку: можно я? И вы. Вон, остальные за мной. Вот так же я и говорю. Ох ты, блядь, народище тут сейчас соберется, блядь. Коряги как грязи, блядь. Метро, блядь, играет. Но сдаваться метро, все равно не хотят. Ну кто там, блядь? Это мы, что ли, ходим? Что это за ялда, блядь, такая? Было, блядь, блядь. Так, понял. Чё, блядь? Ну и жесть. Блядь, попади в него, это чудовище, блядь. Во, блядь, чё, опять эта херня пошла, блядь? Затыки начались, я это убрал немного, это. На высоком сделал, блядь. Это вот такая же игра, как это, одни из нас, блядь. Там без DLSS она вообще не работает, у меня запись не работает без DLSS вообще, блядь. То есть, я выключаю DLSS, у меня есть возможность, блядь, но запись виснет, да. Вот так вот, они везде продвигают эту дрестотину, блядь. ДЛСС, блядь. Мы вообще скоро не сможем играть без нее, нахуй. Мы уже не можем ее играть. Куда ты, блядь? Вы видели, блядь? Чурбан этот, блядь, просто проехал через меня. Он, блядь, ездит, нахуй, ёпта, на своих дреснях, ёпта. У меня жизни-то нету, блядь. Блять, ножички кидает меня, скотина. Слава богу, до кого зацепился, блять. Ко мне идет, блять. Надо его завалить, блять, пока он идет. Че это такое, блять? Забрать все. Все забирайте, конечно. Эй, ты как? Ком по попе, блять. А ты неплохо стреляешь. Я знаю, что делаю. В стрельбу ходил, блять. Еще бы. Но ничего. В блоке будет безопасно. Снайпер был записан за снайпером. Намного. Так. В армию. Это все правда? Еда, вода, хорошие люди и белый старик? Девушки. Да, правда. Так, я заводу. Я сейчас ее убивать начнем. Похоже на гниль. Причем случай очень тяжелый. Тоже, блядь, ебола какая-то. Все со мной нормально. Надо скорее отвезти ее в блок. Тут вся надежда. Все, тишина, никакой пандемии нет, блядь. Операция и началась, и нет никакой пандемии. Мы живем всех лучше, блядь. По всем каналам это дрестотина, блядь. Война нам, по всем каналам, блядь. Кто ее вообще еще смотрит, эту войну? Какой там интерес, блядь, я не пойму, блядь. Ладно бы какие-то продвижения были, блядь, никуда не продвинулись. Сидим на жопе, блядь, ёпта, и защищаемся. Просто это подлость, блядь, я считаю, нахуй. Со стороны руководства сидеть на жопе. Вообще ничего, блядь, не двигаемся, нахуй. Чего они сидят, ждут, блядь? Ноги, блядь, вытирают, блядь, какой кот уже, нахуй, вытирает ноги об нас, блядь. 8 лет вытирали, и все вытирает, нахуй. Все, что мы не делаем, всегда вытирает ноги об нас.
Ну просто это какая-то мерзость, бля. Я думаю, что уже пора там всех менять, эту головную хренотень. Вот скоро вот так будем жить, бля. И все будут нахваливать. Блять, какие мы молодцы, нам. Мы столько, это столько уничтожили, это столько, это... Блять, что карта год назад была? Что, блять, сейчас? Одинаковые, ничего не продвиг... никаких продвижений нет. Только отбиваем атаки, блять, врагов, нахуй. Все, все, ходит. И как идти завоевать? За что, блять? Спокойствие. За сидение на жопе? Блять, наведите порядок, блядь. Царский проеб. Эй, не волнуйся. Рикс прав. Жить будет. Будет. Даже ролики не хочется заливать об этой войне, блядь. Да так, мигрень. Так, нет, Клементина. Операция И. А почему, блядь? Все а чтобы никто не догадался, что это, блядь. Да где нормально? Операция. Иди, приляг. Бо. Прям один в один, блядь. Никулин, блядь. Он у нас мэр блока. Бубенный. И потому свято верит, что за всех тут в ответе. Что-то я уж вроде красный. Слушай, ты хрена. Я зайду на минутку к Форду. А потом давайте приеду. Немножко поймем. Хорошо. Со мной еще не такое было. Вначале вроде не хватало цветности, а сейчас вроде до хрена. Че, по помойкам, бля? Вот итак, этих помойках мы будем жить. Бродяга. С твоей подругой все будет хорошо. Я Бо. Бо Блок. А это Блок 13. Бабло? Я смотрю, у тебя позади долгий путь. Корней все меньше, но на дорогах все еще опасно. Расскажи, что вы там делали? Наш блок, правда? Он глухонемой, ёпта, я говорю, блядь. Что о нас кто-то знает. Мы, сука, такие мы игры в Ведьмак, блядь, выходили, черт знает, когда, если блядь. Честно, я удивлен, он там говорит, кто-то здесь знает, не говорит нихуя. Это даже приятно. Если тебе что-то нужно, поговори с... Чё, блядь, глухонемой, ёпта? Начни с Форда, он будет рад знакомиться. Секира-сан глухонемой, блядь, ёпта. Артём, нахуй. Хрена. Как-нибудь прогуляться по берегу. Куда идти-то мне, блядь, понять не могу. Люблю океан. Он такой красивый, спокойный. Очком по яйцам надо. Ну я с очками с этими. Ну, с этим очком я разберусь потом, блядь. Не, вот сейчас уже, блядь, давайте, что там, таланты какие-то, блядь. Таланты, что тут такая? Бодрость, блядь. Стойкость, блядь. Сменить таланты, то есть. Приобрести, наверное, не изменить. Их можно изменять, что ли? Каких отражений я тут, по-моему, не вижу, блядь, первые, блядь. Сейчас, блядь, все... Это не обсуждается, вот. Клементин. Ты остаешься и точка. Вообще-то я тебя не спрашивал. Наверх. Повежливее, юная леди. Юная? Нет, ну, отношение к деталям, ребят постарались, молодцы, я не могу казнить прям так игру, но оптимизацию, конечно, хотелось бы получше, бля, получить. Я думаю, что она не добита, до ума не доведена игра. Уйди с дороги. О, кто пришел? А, бродяга. Хмырь, что за хмырь? Да, Уоллес предупреждал. Ты вовремя. Прости, некрасиво вышло. Хотя ты же все понимаешь. Да, родные только не говорит он нихуя. Друг с другом ладят. Эндрю Форд. Рад познакомиться. Он самый. У тебя, наверное, много вопросов, а у меня к тебе есть просьба. Так что не будем тянуть. Спрашивай. Вот я 4 очка, блядь, уже игре даю. Только из-за того, что глухонемой герой главный. Я вообще считаю, это оскорбительно делать игры, блядь, с глухонемым героем, блядь, в 23-м году, блядь. Не... Они говорили всегда, блядь, в 90-е годы игры, блядь, делали озвучку. Долго рассказывать, а времени сейчас нет. Вот пошла давай критика игры. Вкратце. Вот вам бывает, кусок говна, вот. Чего-нибудь и выкинули нам. Или съешь что-нибудь, и станет дурно, или начнет клонить в сон. Да. Неужели прикрутить вот озвучку нельзя было? Мир полон сюрпризов. С этим не ко мне. И давай, смотри, долбоящер, побыстрее потом, шуруй, блядь. Ничего же вот он толком сейчас не скажет, блядь. Ну, с твоими делами мы разобрались.
поговорим о моих. Мне нужен молодой и толковый помощник. Да что ты говоришь? Поговори с Волей. Ты найдешь его у пристани. Потом добудь себе снаряжение и приходи к воротам блока. Там я тебе все расскажу. Расскажу, да покажу, да даже потрогай. Че это вот за синь? Карта отвратительная, вообще ничего, ни черта не понятно, блядь. Какие-то блоки, блядь. Мне кажется, тут, блядь, какой-то сдвиг к метро, блядь, наверное, больше. Блядь. И от низна, блядь. Что-то вот общее, блядь, метро и от низна. Ну та игра-то тоже первой частью, вот, она тоже, конечно, не блистала. Там тоже что-то типа этого было. Куда идти-то? Где этот задание-то? Чурбанье, блин. Понаперло. Где смотреть это задание? Система, карта, персонаж. Нет у нее ничего в этом чебуреке. Система. Ниппель. Уэллс. С кем-то поговорить надо. А где вот его? Я его не вижу на карте. Где-то у меня еще большая карта была. Вот это что ли, блин? Или это просто выход куда-то? Где это помощник? Она вспоминает нас. Ух ты, блядь, сопли какие-то. Не знаю почему. Тетя Клементина интересна. Да, блядь, он будет не мой. Хотя там... Вот чебурек какой-то ходит, кто-то идет к промойке. Это сюда, наверное, потом, наверное, это... Или вот он идет. Пердун, блядь, быстрее меня, вот ты с красной. Он все объяснит. Ты найдешь Волю у старой пристани. Да, да что ты говоришь, блядь? Где здесь пристань? Где написано пристань здесь, блядь? С заданиями разобрались, блядь. Где пристань тут найти, блядь? Напишите здесь пристань, блядь. Какая-то говнина. Вот это что ли, блядь? Какие-то крючки, блядь, непонятные на. Игра в раннем доступе. Понять не могу, блядь. За трешку, блядь, в раннем доступе, блядь, кинули нахуй. Это порт какой-то, не пристань, блядь. Пристань, это вот пристань, маленькая пристань, такая вот катера вонючки, блядь. Подъезжает туда, и люди там дрищут, нахуй. А здесь ни хрена никакой пристани. Смотрите, это. Хренотень появилась, блядь, стрелка. Раньше не могли сделать ее, стрелку-то сразу показать мне. Или я слепой, он глухой, а я слепой, блядь. Вернее, он не мой, а я слепой. Я что-то перебежал, по-моему, блядь, лишака, блядь. Ах, а как же, блядь, все, блядь. Точно, блядь, перебежал, кстати. Ну, сделано очень неплохо. Вот отношение к деталям, и, конечно, это ребята молодцы. Постарались, блядь. Очень Дядяка, неплохо. Я тебя вижу. Ну, мне нахер это отношение к деталям не надо. Блядь, озвучьте героя главного, блядь. Привет, Ахачи. Это тебя ждет Форд. Хотя он и сам того не знает. Он думает, что ему нужна помощь. Ты и так знаешь. И не знаешь. Прости, не могу сказать. Иначе все станет он, блядь, сложно. Я Уоллес. Я это уже говорил, кажется. А я... Видение. Суньхунь чай. Прости, я и это, наверное, говорил. У тебя есть свой путь. Здесь ты сделаешь первый шаг, но все может измениться, если захочешь. Че это за анимация такая? Че это? Ты-ты! Блять, сорвались, что ли? Бедить, блядь. Так, что у нас там это? Щит, блин. Ну и зачем вот мне это? Полные эти вообще все, да. Вот этого дурака, блядь, надо взять. Метка охотника.
Я что-то понять не могу. Тут половину что, перевести забыли, что ли, блядь, за трешку-то нам. По стелсу, что ли, надо? Ага. Давай охотник. Теперь, блядь, я все понимаю. Не знаю, зайдет ли она вообще мне дальше. Даже... Конечно, так и есть. Твой путь ждет. Все, скажи, блядь, Брабусу и Маккейб, что тебя прислал я. У них есть то, что тебе нужно. Это следующий этап твоего пути. До встречи. Путь Секиру-сана, блядь. Вот так надо назвать ее. Глухонемого, наверное, уже не берется, блядь. Че, к пердуну, что ли, идти? Куда? Ава. Ава, Цезарь. Где вот эту Маккейбла, блядь, найти? Вот этот пердун, что ли? Или кто? Кто он там? Где тут пердун? Где-то пыхтет. Или еще какой-то бардос. Ну он не нужен мне, нахер ты нужен? Или нужен? Я смотрю, кто-то сильно обнаглел. Шаришься тут, как у себя дома. Извини, блядь, чё? А, тот пацан, который с корнем говорит? Не доверяю я ему. Но и спорить с ним не стану, я же не тупой. А поконкретнее он никак не мог? Ясно? Ну что ж, пацан чокнутый, но не дурак. А снаряга у тебя, мягко говоря, не очень. Если спросят, скажи, что это я тебе дал. Бесплатно. Рикс мне все уши прожужжит, если я тебя к нему не пошлю, да? Пулялки какие-то дают. Ну ладно, ступай к Риксу. Скажи ему, пускай делает все, что захочет. Ну, хотелось бы, конечно, на этих помойках побольше ППС-то, блин. Да, отношение к деталям здесь серьезно поставлено. Очень неплохо сделано. Но, извините, у меня резик четвертый тоже, блин. Это... У меня все летает там в нем, блин. Я еще там 60 кадров устанавливал, чтобы не превышал, блин. Брабусу надо лучше. Я говорю, сейчас по этим помойкам будем, блин, полдня ковыряться, блин. Пока на задание возьмем, блин. Как тут вообще сохранение-то эти все происходит? Боже правый, что в меня? Ну и каким ветром тебя сюда занесло? Только не говори, что тебя Бо прислал. Не говорит, ну и не будем говорить. Это точно. Меня зовут Маккейб, и я не люблю отвлекаться. Я занимаюсь модификацией оружия, а больше тебя обо мне ничего знать не обязательно. Вникаешь? Твою ж мать! Ты серьезно, да? Ну говори, что у вас за путь такой? Вот именно. Но потому-то я тебе и поверила. Такое мог отмочить только Уолли. Ага. Ну, обо мне вспоминают только потому, что я умею махать молотком. Так что давай займусь твоим оружием. Ну, или засуну его тебе куда-нибудь. Тут, говорят, тебе на прошлой вылазке попалось кое-что любопытное. Дай гляну, куда может пригодится. Куда ты, интересно, его засунешь, где, блин? Зачем вот это мне все, блин? Я хрен. Гранату, наверное, можно еще будет. Вот, пригодится. Себя можешь продать тут. Пути. И передай Уолли, чтобы в следующий раз изъяснялся конкретнее. Ну что, мы закончили? Я думаю, все. Или вот это должно постепенно идти. Вылазка, побегал, подрочил, пострелял, покувыркался, блядь. Я тебя не задерживаю. Потом раз, дальше, там, следующее. Тут сейчас навалят, блядь, всего на башку, блядь. И ни хрена не разберешься, блядь. Без обид, но я не люблю, когда меня отвлекают от дел. Понимаешь? Всегда злит, когда спокойно поработать не дают. Мне радует, когда это, все, знаешь, дают. Ну, как-то ты вроде это бы надо постепенно тех, заливать. Кто обычно сюда заявляется. Давай договоримся.
Если вдруг на... А, и не ляпни никому, как мило мы поболтали. А то прирежу. Я говорю, тигрица. Еще один, блядь. Ты опасный какой-то. Привет. Подальше надо тебя держать. Рад, что ты в порядке. Он самый. Но все зовут меня Рикс. Я стараюсь защитить ребят, как могу. Улучшаем броню и оружие. Кстати, Бог сразу накидали, говорил, да, много всего. Не надо, я думаю, надо постепенно если это делать. Нужно, ты спрашивай. Разобраться в ситуации, побегать, какое оружие лучше мне подходит. Даже Маки. Какую прокачивать. Барбосы, а вот. Зачем это надо? Он не объяснил? А, да уж, в этом весь Брабус. Ну, специальность у меня довольно узкая. Кажется, я понял. Чего он на морду-то одел уже, смотрите. Если решишь улучшить снаряжение, приходи. Уже в наморднике, блин. Вы видите, сразу тут улучшение всего накидали мне. Как-то надо постепенно заходить, мне кажется, на это все. Чего вот я буду улучшать? Я даже не знаю, что лучше мне улучшать. Я еще не играл в игру-то. Кукол только, блядь, бегал и все. По собакам поедем. Че, к пердуну что ли идти? Куда идти-то я понять не могу. Брабусу надо лучше отлаживать оружие. Это вообще никуда не годится. Вот старый блок. Вот это что ли бормот-то, блядь? Как игра записывается? Черт тебе знает, блядь. Тут надо как в Ведьмаке, блядь, записывать. Я смотрю, ты теперь при оружии. Ну что, выдвигаемся? Или у тебя остались еще дела? Ну, тогда идем в старый блок. Посмотрим, что там. Давай Барбосу встретим. Апокалипсом, да, нормально так отдает. Неплохо, но... Накидывают они, накидывают, а... Игры-то я еще как пахнет бы... Пахнет все так же. Не почувствовал. И черт, это еще глупый да, мой, блядь. Лови. Ненавижу, нахуй, выкинь. Ручку блядь. Поверни, и он включится. Я не люблю, когда герой вообще ничего не говорит, ходит. А тут вообще без озвучки, да. Раньше это был исследовательский центр. Современный. Мы здесь делали то, что никому и не снилось. О, фонарь появился. Ни до, ни после. Куда он светит фонарь? Все наши ученые умы не понимали сути этих камней. Чебурек, а давай, блядь, побыстрее, что ли? Камней? Ох, заговорил, ёпта! Это огромные красные кристаллы. Окна в другие миры. Почему же он не говорит, когда и с людьми... И дверь. Когда я нажимаю. Думаешь, вопросы эти, ответы. Понадеялись, что коммунисты не найдут такие же? Забыли? Нет. Мы должны были изучить их вдоль и поперек. Ну, миром это занимались, ребята, респект. Вот я могу дать... хорошую оценку за то, что вот мир хорошо ну сделан, вот. Проработан так вообще. Мы молодцы. Открыли дверь. И игра, возможно, ты и на другой стороне что-то было. Все случилось не сразу. Ну, в диалогах могли бы сделать, говорить как не могли ведьмаки. Мы думали, нам ничего не грозит. Увы, корень все же проник. Это пал я сразу снимаю за такую херню. А потом... Что было потом, все и так знают. Сакер! Вообще-то, это мой дом. Идем. Я попросил Эллен кое-что припрятать. Чебурек, на черный блядь, день. Это его дом вообще. Думаю, где-то а здесь все это и хранится. Ну уже, Элли, где твой тайник? Слышь, бородач, ты, блядь, меня куда таскать ты будешь, блядь? По помойкам своим. Хорош шарохаться, блядь. Я отсюда и не выйду сейчас. Блядь, у меня нет навигатора, ни хера, блядь. Метро какое-то сделали, блядь. От третьего лица, блядь. Ну чё? Чё ты, блядь? Чё надо-то ему? Я не пойму. Пердухай! Всё, я с нюху сбился, блядь. Ничего нигде не написано. Чё делать-то, блядь? Чё он этот... Чурбан хочет от меня, блядь. Может, с той стороны вот так зайти?
Я думал, это он просвечивает. О, какой-то он картину, блядь. Эту красную штуку мы называем драконьим сердцем. Почему? Не скажу. Бери, пригодится. Какую штуку-то, блядь? Там у меня не берется ничего, вот это вон там. Или это просто труба какая-то там. Где ты? Черт! Правда ты где? Где этот мерзавец? Куда он делся-то, блядь? Черт, ты блядь. Пенсионер-то куда делся? Бери какую-то красную штуку, вот которую я взял, ну и чего ее использовать надо? Я ее сейчас использую. И что? Куда этот пердун-то, блядь? Свалил. Синие-то это вот люди, что ли? И чего такое синие? Наконец-то! Идем уже! Я тебе сказал бы сразу домой ко мне, блядь. Ну, что, замки взломать, блядь, что ли? Эй, посмотри-ка, что там в спичечном коробке. Вдруг что-то найти. Как смотреть-то? А, средняя кнопка, что ли? Правая кнопка. Помоги открыть дверь. Ты какой ключ. Не хочу весь день взмаяться. Блять, зачем вот эти такие навороты, да? Взял ключ и все. Ну ладно, из коробка хрен с ним, блядь, достал. Мира. Зачем они спрятали в коробок ключ? Точнее, осколок. Действует так же, как и сам камень. Мы отключили его, когда умер Харсгар. Я уже тогда сказал Эллен, что от этой глыбы больше вреда, чем пользы. Ха, а как же. Ха, хорошо. Ну-ка. Ну, что за фантастика? Может, вот так? Чтоб тебя черти трещили. А что он тут с делает? Какой целью? Ух ты, бля, ничего себе. Бля. Что за трактор? Твою мать! Блядь, я думал, машина какая-то, блядь. Броневик. Камень, блядь, смерти. Столько лет. Святые кошаки, блядь. И давайте побыстрее объясните нам, что это такое. Миров. Бля, сейчас в другой бы мир зайти бы нам, да, через этот камень. Кто бы знал. Первым камню прикоснулся Эндрю Форд. Но вернулся ли он? Иди. Пусть Бор разнесет здесь все. Скажи ему, чтобы взял побольше взрывчатки. И оставил тут одни руины. От этой глыбы больше вреда, чем пользы. Не забывай. Форд! Куда он потерялся? Форд! Форд! Ну все, теперь Бог разозлится. Терморжевый, блядь. Он все-таки смог. Он разбудил камень. Клементина! Эй! Знаешь, что с ним делать? Откуда нахрен он знает? Хочу ли я этого? Сбой системы неизбежен. Ядро скомпрометировано. Утилита необходима. Производится захват. Эх ты, нихера себе, блядь! Клементина! Давай, хватай ее, курицу эту, блядь! Инопланетяне вонючие здесь херачат нас. Чтоб их черти дрючили, блядь. Да ладно, нахуй, тоже с ней давай туда, блядь. Отпустит сейчас её. Клементина! Почему его-то не забирает? Я не пойму, здесь тусуется, блядь. Он ещё пока сопля зелёная. Твою ж мать! Путь у него свой, блядь. Нет, 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 не надо! Секира сам, даже не смей! Разговорился, блядь. Это же просто бред! Пошли! Нормальный мир, блядь, человеческий, блядь. Помойки эти, блядь, начинают
подбешивает. Ну, посмотрим. Если игра набирает у меня 5 часов, то я продолжаю это. Прохождение один ставлю, продолжаю. Поэтому все ради бога. Так, что тут написано? Контрольная точка. Как он, туда переходит, что ли, или что? Или он просто здесь остается? Мне интересно. Да. Тюрбанты. Вот это вот, да, сюда? Здесь мы или где? Хер поймешь. Че, блядь, зачем это все нахуй надо? Что это за говнина такая? Ну все, слава богу, где-то мы приземлились. Давайте на этом закончим. Думаю, надо посмотреть и дальше, что будет. Почему бы и нет. Всего доброго, берегите себя. До новых встреч.